лишь рыба. Мишель, Мишка. Рыба моей мечты. Ой, как здорово. Мишель. Мишель. Ребят, можно успокоиться, нет? Или у вас хор какого-то? Котницкого, да? Что? Ругаться. Слушайте, компания помощников. Хочешь стонать? Что? Ты меня теперь ненавидишь снова, да? Что я тебе ушки почистила и глазки? Ну, смотри, какая-то красотка теперь. Чего ты? Ты красотка. Ты красотка, молодец, девочка. Вот так вот. Сейчас я тебя выпущу побегать, тут походить, если хочешь. Ну, красотка. Соберешься и попробуешь не описывать вот эту лежанку, хорошо? Очень сложно их отстирывать. Даже в машинке в стиральной. Даже со всякими добавлениями лайны и другими препаратами. Вот подушку мне старую придется сжечь. Что все уже. Ты ее конкретно так описал. А я-то думаю, что котенок в туалет не ходит, а он на подушку писал. А он писал на подушку. Вот такой вот молодец. Ну ладно, простительно. Может, поэтому и выкинули. Сейчас приучим. Время же на втором этаже сидеть. Жрать и спать. Ты вон какая же толстая стала. Толстуха же, толстуха стала. Дядька же, уши обмороженные. Нос ты какой симпатичный. Розовый. Чё кусаешься? Чё кусаешься-то? Чё кусаешься? Хорошая кошка. Ты даешь, конечно. Я только тебе положила поесть, ты уже всё сожрал. Там же была целая мисища огромная. Это как так-то? Ты тоже смотри. Рассчитывай силы. Когда ты уже наешься-то, парень? Мне очень нравится эта идея. Дочка, не очень. Мне нравится эта идея. Тебе нравится рыжик? Не мешай ему кушать.
идешь. Булка, ты что ли там скрипишь на заднем плане? Ну, метисов каких-то. Я думаю, что, скорее всего, может быть, работники прям пенсионного фонда это сделали, они могли, нет? Там же сейчас вообще никого нет. Его уже... А, его закрыли, раньше, да? Раньше он работал в СМИ. Аккуратнее. Тигрёша, я не могу. Ребят, посмотрите на Тигрёша. Как можно быть таким дурилой? Миша, Мишель, ты спишь еще, что ли? Спишь еще, сонная такая, думаю, маленькая. Сейчас поедем домой. Посмотрите, как она сложила лапки. Какая она прикольная. Ты такая прикольная девочка. Ты такая хорошая. Жей, а можно мне мою толстовку забрать, пожалуйста, спасибо? Можно? Ой, ты божечки, не мозет, он в другой части, у него как под наркозом, а точнее под этой, под анестезией. Все, я не трогаю тебя, толстовку не забираю, ладно, лежи. Я молодец, ты живее всех живых, уже больше года тут коптишь. Да, больше года. А это у нас с Нурмы жила кошечка в неблагополучной семье. Была пока маленькая, была нужна, когда стала большая, стала не нужна, оказалась в подъезде. Это. Слушай, это нашли в канаве, привезли к нам. Была выпавшая кишка, попу можно показать тоже. Сейчас она зашита, но как все сложится. А выпавшая из-за чего? Откуда ж мы знаем, ты лежала в канаве. Понос, может быть? Нет, из-за поноса, конечно. Из-за поноса, да? Да, кресты, понос из-за креста. Но она кайфовая. Она хорошая. Она очень страшная, но очень классная. Ну какая она ласковая. Она добрее всех. Ну, да. Прям в канаве нашли, да? Это знаешь, кто она ехал? Я не знаю, сколько это правда. Это Ольга, которая... Может, это ее вообще? Конюшня или что у нее там? Или с Нурмой, знаешь? Нет, не знаю. Ну, нет, навряд ли. У нее дома все-таки они не такие страшные. Она молоко выходит. Так Ольга же стерилизовала ей кошек. Нет, у нее все очень хорошие. Да. У нее все очень там четко. А это страшно. Какая она хорошая. Ё-моё. Да, ее тут, конечно... Надрессировала котика. Котика надрессировала. Вот. Аж нос свой скуксил. Вы все съели, мистер кот? Вы хотите еще, мистер кот? Почему вы такой смешной? Почему вы такой смешной, мистер кот? Вы хотите гулять? Вы не хотите гулять? Ой, какой ты худой! Ты такой худой!
Хотя не знаю, может быть, у меня коты толстые. Тишина пока, парень, по тебе. Вот тебя капнуть. У тебя уши что-то болят, да? Шерсть какая-то слизнявая. Эх ты, дурилка. Все сожрал. Еще хочет. Безвожный какой-то, блин, мне кажется, немножко. Вот хорошо, мой хороший. Не переживай, все самое плохое уже позади. Где мой сладкий мальчик или девочка? Кто это такой Мурчалкин? Хороший мальчик или девчонка? Боже ты мой, как вы там выжили-то, ёпарасы-то. Вот люди-то дают. Ничего. Чего в тепле, сытые? Они еще кольцеверозные, да. Сколько там у вас погибло-то? Если бы животные умели разговаривать, они бы рассказали, что они пережили. Что, братцы? Какие вы худые. Просто жесть, ребята. Я не знаю, как показать. Все косточки можно пересчитать. Ой, блин. Как они не погибли там, как они не задохнулись в этой коробке. Ну что такое? Ну что случилось?